Депутаты Московской областной думы от «Единой России» Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, а также одинцовские единороссы проверили ход строительства детского сада на Кутузовской улице. Инспекция прошла в рамках отработки наказов народной программы партии. Парламентарии осмотрели здание, пообщались с подрядчиками. Дмитрий Голубков отметил, что работы проводят качественно и в срок. Дошкольное образовательное учреждение планируют открыть уже в декабре этого года. Площадь его составит 5000 квадратных метров. В здании, помимо детских групп, будут размещены пищеблок полного цикла, музыкальные и физкультурные залы, медицинский кабинет. А на территории сада оборудуют прогулочные веранды, спортивные и игровые площадки.